Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим с вами уделить внимание Великой Субботе и поделиться с вами молитвой. Это молитва, которую нужно сказать на ваш кошелек для привлечения богатства и изобилия. Итак, друзья, Великая Неделя подходит к своему завершению, но впереди еще один очень важный день перед Пасхой – это Великая Суббота. И по общему правилу Великую Субботу считают днем доброты, прощения и примирения. Если кто-то вас обидел, то в этот день вы можете попросить прощения. День хотя и радостный, но, знаете, с другой стороны, немножко грустный, ведь время чуда, воскрешение еще не произошло. Но, друзья, как мы вам обещали, в субботу, 1 мая, вы можете прочитать определенные слова на свой кошелек. Итак, в любое время, именно в субботу, 1 мая, вам нужно открыть свой кошелек и прямо в него читать. То есть постарайтесь или взять его близко к своим губам, или наоборот, немножко нагнуться и читать эти слова. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, как народ честной светлому празднику радуется, как звонят колокола к заутренне, так пусть деньги мне радуются. В моем кошеле им и дом, и приют. Как в Пасху нищим с голоду умереть не дают, как им милостыную подают, так и ты, Господь, дай мне, рабу Божьему, называйте ваше имя, достатка в доме, ни конному, ни пешеному слова своего не перебить. Аминь». Эти слова, друзья, нужно будет прочитать 3 раза на свой кошелек. Это очень важно. И именно только в субботу.